Кызыле в сгоревшем автомобиле нашли тело 65-летнего мужчины. Сообщение о пожаре грузового авто марки МАЗ, припаркованное на открытой территории по улице Калинина города Кызыла, поступило дежурному центрального пункта пожарной связи 28 ноября ночью. На момент прибытия пожарных открытым пламенем горела кабина грузового автомобиля. Во время ликвидации возгорания внутри транспортного средства было обнаружено тело мужчины 52 года рождения. По данному пожару отрабатываются три возможные причины пожара. Это аварийный режим работы электропроводки транспортного средства, нарушение правил пожарной безопасности при приготовлении пищи в кабине автомобиля и неосторожное обращение с огнем при курении.